мой любимый хадис. Это хадис сообщается от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: религия – это искренность. И люди у него спросили: о посланник Аллаха, по отношению к кому? И он сказал: искренность, проявление искренности по отношению к Аллаху, к его посланнику, к его книге, к руководителям мусульман и ко всем мусульманам.